Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я показываю вам супер модную мужскую молодежную стрижку. Let's go-шки, друзья! Вот он мой клиент, мальчик-красавчик. Работаю я расческой для мужских стрижек с разметкой. Очень удобная штука. Степ 1. Отделяю волосы в верхней части головы и увлажняю их для того, чтобы они легко отделялись. Ширина этой зоны примерно 10-11 сантиметров. Еще один ориентир – это начало лобных впадин. Степ 2. Работаю машинкой насадкой номер 3, 9 мм. От верхней зоны отступаю 5 сантиметров. Вот для чего нужна такая расческа, где есть разметка. У кого нет такой расчески, можете отступить ширину машинки или насадки, она тоже примерно 5 сантиметров. Машинкой стригу против роста волос. Обратите внимание, в зоне за ухом краевая линия роста волос идет вверх. Это для нас подсказка, в каком направлении стричь машинкой дальше. Желтым кружочком я обвела наивысшие точки в этих зонах. Из 5 сантиметров мы плавно должны выйти в длину 2-3 сантиметра. То же самое делаем на другой стороне. Степ 3. Специальной расческой для стрижки машинкой создаю вертикаль стрижки. Сейчас вы эту вертикаль увидите. Специальная расческа имеется в виду, ширина ее рабочей зоны примерно такая же, как и ширина машинки. Вот она, эта вертикаль. То же самое делаем на левой стороне. Это действие называется сведение на расческе. Или проще соединение. Я соединяю две зоны 9 мм и 2-3 сантиметра. На расческе это делать достаточно легко. Очень хорошо видны волосы, которые необходимо подстричь. В затылочной зоне сводим 5 сантиметров и 9 миллиметров. Самое главное, что мы получили вот такую ровную полосочку. Это называется вертикаль. Степ 4. Распускаем волосы верхней зоны, увлажняем их. Видите, волосы распались по пробору на две части. Назовем с левой стороны часть зона А, а с правой стороны зона Б. Запоминайте эти две буквы.
и начинаем думать, где же нам сделать разделение в проборе, потому что для этой стрижки очень важный момент. Разделение в проборе идет, как у клиента свои волосы разделяются в естественном падении. Как видите, что в первом шаге я недостаточно точно разделила волосы по пробору. Честно скажу, в таких стрижках лучше не спешить разделять волосы по пробору и стричь их сразу машинкой. Лучше сделать так, как я. Как говорится, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Стригу оставшиеся волосы из пробора со стороны зоны А. Да, под понятием таких стрижек я имела в виду, что зона А и зона Б не будут сведены или соединены. Такие стрижки называют несведенные или несоединенные, проще говоря. Степ 5. Далее продолжаю создавать вертикаль стрижки. Ориентируюсь на длину в проборе и убираю волосы, создавая вертикаль. Причем ногтевые фаланги пальцев лежат на зоне 9 мм, а ладонь отходит от поверхности головы. Для чего это делать? Дело в том, что волосы мокрые. И во влажном состоянии они вертикально не показывают. Когда они высохнут в сухом состоянии, мы увидим четкую вертикальную линию. Но чтобы ее добиться, чтобы не западала эта зона, нужно немного оттягивать ладонь от поверхности головы. Степ 6 или шестой шаг. Стригу челку. Хорошо увлажняем волосы. Расчесываю в свободном падении. И стригу по следующей схеме. Ориентируюсь на высшие точки бровей. Между этими точками стригу прямую линию параллельно горизонту. От наивысшей точки брови делаю срез по диагонали вверх. То же самое делаю с другой стороны. Таким образом, самая длинная часть челки будет между наивысшими точками бровей, то есть в центре лба. Удлиняться челка будет к центру. Степ 7. Это сведение двух зон пятого шага или степ 5 с зоной челки. Эта линия идет по диагонали, так как длина в этих зонах с большим перепадом.
8 или 8 шаг. В проборе со стороны зоны Б, противоположной А, отделяю прядь толщиной 2 сантиметра. Примерно 2 сантиметра. И ориентируюсь на длину степ 5 на затылке и на длину степ 6 зона челки. Так скажем, свожу эти две длины. Проще говоря, соединяю. Делается это в несколько этапов. Вижу длину челки, это степ 6. И направляюсь к длине на затылке. Это степ 5. Я сейчас стригу контрольный ряд для верхней зоны. В технике Big Step контрольный ряд обозначает, что мы создаем сами специально длину, на которую мы будем ориентироваться сейчас. Отделяю волосы на макушке со стороны пробора в зоне B. Волосы зоны А не трогаю, убираю их. Обратите внимание, длина волос в зоне А 2-3 сантиметра, в зоне Б 5-6 сантиметров. И я эти зоны не соединяю. Стригу зону D, это теменная зона, на уровне контрольного ряда. Степ 9. Стригу зону Е. Это шляпная зона. В данной стрижке она только с правой стороны. Соединяю длину волос степ 6 и степ 7. Обычно в этой зоне образуется треугольник, который надо подстричь. Степ 10. Стригу мелкие погрешности в зоне Е, тоже в виде треугольников.
Степ-11. Работаю насадками номер 2 6 мм, номер 1 3 мм и свожу с 0 8 мм. Это самый трудоемкий и долгий процесс этой стрижки. Создание плавных переходов между длинами. Окантовку в этой стрижке не стригут, так как волосы в зоне окантовки сведены под ноль. Машинкой без насадки придаю стрижке более выразительную графичность. Делаю более четкую линию окантовки спереди. Оформляю височные углы. Ножницами дорабатываю антенны, которые торчат в свободном состоянии. Это надо делать, иначе единичные волосы могут испортить общий вид стрижки. Филировочными ножницами делаю более рваную верхнюю зону, зону Е и зону Д. И вот наконец-то у нас получилась такая стрижка. Мой клиент был крайне доволен. Волосы прекрасно укладываются в эту стрижку. По центру волосы самые длинные и уходят в вертикаль по бокам или височно-боковые зоны. Также этой стрижке можно сделать совершенно другую укладку. Сейчас продемонстрирую трансформацию. Оцените. Если сделать графичный пробор, то есть подстричь полосу 2-3 мм по пробору, то волосы сами будут укладываться вот в такую укладку и приобретут совершенно другой вид стрижки. Но мой клиент этого не захотел. Я сказал, хочу выглядеть вот так. Схватил фен и на радостях давай сушиться. Вот это его тема. Вот что ему нравится. Нравится? Нравится. Отлично. Вот что у нас было. Что получилось? Можно даже так. А вот не находите ли вы общего между этими двумя стрижками? Или этими двумя стрижками? Или же этими двумя стрижками? Конечно, находим. Это одна и та же стрижка. Ну вот, стрижечка немного сложновато, я бы так сказала, но если следовать всем шагам, которые я вам показала, то получится отличный результат. Благодарю вас всех, мои дорогие друзья, за такое активное участие в моем канале, за то, что вы очень много задаете мне вопросов и пишете офигенные комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.